Всем привет, дорогие друзья, с вами Эд, и гуляя по просторам Liberty City, я наткнулся на мод, который добавляет в игру настенные часы, которые показывают игровое время. Они расположены в доме матери Сиджея, вот здесь. Вот эти часы. Мы видим то, что они показывают игровое время. Вот видим время 2 часа 15 минут, и на часах тоже 2 часа 15 минут. На самом деле я не знаю, что сказать про этот мод. На самом деле он ничего не добавляет такого глобального интересного, просто часы, которые работают. Хотя мы можем и так время посмотреть возле иконки с оружием. Но не знаю, мелочь, а вроде бы приятно. Вот так это говорится. Ну тут больше нечего говорить. Ну что ж, мод так себе, средненький, пойдет. На этом, думаю, все, пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Эд, увидимся. Кстати, а что это часы-то? Здесь у нас подписан автор, да, Курс, или как его зовут, фиг его знает, но короче. Ладно, все, всем спасибо и всем пока. До новых встреч.